Добрый вечер, дорогие телезрители. Как вы уже догадались, в эфире программа «В мире животных». И сегодня мы расскажем о представителях дагестанской фауны. Ну, конечно же, самая распространенная дагестанская особь – это, конечно, особь быков. Быки, как правило, очень сильно реагируют на телок. Тёлкам быки совсем не интересны. Каждая тёлка ждёт своего бобра. И быкам достаются всего лишь овцы. Из-за которых у них часто бывают разборки со всякими оленями. Также в Дагестане часто можно нарваться на кабана. Он очень близко дружит с птицей баклан. А питаются они в основном трубками, отобранными у всякой выхухоли. Но если им не подчинишься, то придет писец. Кабаны не любят телок, они больше предпочитают кобыл. К нашему удивлению, в Дагестане мы также обнаружили кенгуру. Они тоже носят детей на своем теле и просят садака на дорогах. На дорогах также очень часто в Махачкале можно встретить кротов и ослов. Кроты их не видят, а ослы им не уступают. И даже свист индюка не может их напугать. Индюк, в свою очередь, очень близко дружит с уткой. Утка приносит ему постоянно разные новости. Ну и, конечно же, в Дагестане, как, впрочем, и везде, часто бывают медведи. Они заседают в больших и просторных берлогах и тоже сосут лапу, но, правда, не свою. Вокруг более знатных медведей всегда бывает очень много шакалов и гиен. Дорогие мои, здесь еще на улицах часто можно встретить дикобразов, еще плюющихся верблюдов и целую россыпь разных пород обезьян. Ну и, конечно, часто попадаются одинокие кобеля. Ну, вот и все, дорогие мои. А в следующей передаче мы поговорим об орлах, грачах и петухах. Спасибо. До новых встреч.